когда принималось решение о участии в выборах представителями демократических структур, тогда также оговаривалось условие, что мы будем выдвигаться, но посмотрим на то, будут ли включены представители демократических структур в состав участковых комиссий. И как раз вот этого не произошло практически. Не только в Новополоцке, но и во многих других местах наши представители не были включены в состав избирательных комиссий, что наводит на размышления о том, почему скрывают работу участковых избирательных комиссий от наших представителей. И, соответственно, следующий этап участия в выборах, он становится практически бессмысленным, потому что они, подсчет голосов будет проведен по старой схеме. И в предоставившейся мне возможности я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые поставили подпись за мое выдвижение кандидатом в депутаты. Они оказали мне высокое доверие. Этих подписей оказалось значительно больше, чем даже я рассчитывал, что свидетельствует о том, что демократические кандидаты в депутаты имеют поддержку, но, к сожалению, пока что не могут в сложившихся условиях проведения этих выборов не могут рассчитывать на правильный подсчет голосов.